Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня видео без темы, просто мы проводим обзор рассады перца, который мы пикировали на ранней стадии в фазе двух семидольных листьев. Вот, хочу показать вам, я в тот день распикировала два лотка. Сейчас они вот в таком состоянии, чувствуют себя прекрасно. И вы можете видеть, что ни один перец не пропал. Они как были посажены рядами, так рядами и стоят. Ни одна штука не заболела, не умерла. Единственное, что видите, как неравномерно, в середине ящика, где проходит светильник, лампа посередине, рассада более крупная, и как растет она быстрее. Я переворачиваю лотки, кручу их, а середина остается так и так под светильником. И видно, что вот здесь рассада отстает в росте, и с этого края немного отстает в росте. А посередине она прям пышет. Вот вам еще один наглядный пример, что свет для растений в этот период – это все. Вот посередине они и в этом лотке намного крупнее. Это видео снято только для того, чтобы подтвердить, что ранняя пикировка в фазе двух семидольных листьев очень удачно проходит, потому что корешки еще маленькие, они почти не переживают пересадок и, как вы видите, очень хорошо себя чувствуют. Но этот перец, еще раз повторяюсь, я выращиваю только для теплицы с подогревом. Остальное я вот только сейчас еще сею, не пикировала ничего. Если у вас открытый грунт, вам рано. Просто вы сейчас вот эти посмотрите все видео, так мы пикируем, потом в фазе двух настоящих листьев, и выберите, какой способ вам подойдет. Может быть, вы вообще не будете пикировать. Вот это вот первое, что мы распикировали в фазе двух семидольных листиков. Прекрасно все растет, значит, этот способ вы можете принять себе на вооружение. Все, всем пока!